Владимир Вдовиченков и Ольга Филипповы стали родителями в 2005 году, когда на свет появилась их дочь Вероника. Общий ребенок не помог супругам сохранить отношения, и спустя некоторое время они расстались, а наследница артистов осталась жить с матерью. Девочке не всегда удавалось поддерживать теплые отношения с родственником. Взросление Вероники было сопряжено с многочисленными ссорами. Но не так давно Филиппу похвасталась, что им удалось стать друзьями. В своем блоге артистка поделилась снимком с дочерью. Звезда экрана призналась, что рада наладить отношения с наследницей. Поклонники жени поскупились на комплименты в адрес девушки. По их мнению, Вероника унаследовала красоту обоих родителей и с годами становится все эффектнее. Красавица, чудесная, у вас такая красивая дочь, считают пользователи сети. А что скажете вы,